Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать коллекцию Реноваж компании Faberlic, которая предназначена для мужчин и женщин, для любого типа кожи, начиная с 50-летнего возраста. И рассмотрим мы все 6 представленных средств в одном ролике. К сожалению, лично мне эта коллекция не подошла. Не подошла она по запаху. У меня, ну, буквально после нанесения, особенно тоника, такое ощущение, что я протерла кожу духами и начинаю вот реально задыхаться. Жуткая головная боль. Поэтому вот парфюмированная душка просто, ну, не дает возможности никак с этой коллекцией мне подружиться. Хотя я вот пытаюсь всячески подсадить свою кожу в хорошем смысле слова, то есть убедить ее, что мне это нужно. Вот, по крайней мере, я ставила себе 2 компонента. Это сыворотка «Радикальная мера» и это крем для области вокруг глаз. Все-таки я пытаюсь как-то протестировать эту коллекцию, получить результат, потому что действительно, очень хороший, очень классный состав этой коллекции. И вот именно благодаря составу я, собственно говоря, делаю этот ролик, потому что хочу, чтобы вы знали, что вы можете получить, применяя эту косметику. Ну, собственно говоря, об этой коллекции. Да, она предназначена для возраста от 50 лет. Почему такой возраст? Потому что, несмотря на то, что это возраст, золотой возраст и женщин, в частности, и мужчин, но именно к этому возрасту мы приходим с багажом уже каких-то возрастных изменений, и чаще всего это оплывший овал лица, то есть заметны и морщины, оплывший овал лица. И хочется откорректировать. Хочется, потому что мы, ну, в принципе, мы знаем, что когда оплывает овал лица, мы уже начинаем выглядеть значительно старше. И именно вот в этот период, ну, так уж сложилось Господом Богом, наверное, или природа нам так отвела, что мы начинаем вот, ну, уже не катастрофически, но стареть. А хотя бывает такое, что изменения, допустим, в овале лица мы видим раньше. Да? Вот почему я, казалось бы, мне еще не 50, слава богу, да, и несмотря на то, что 5-й десяток, но я включила вот эти косметические средства. Потому что я вижу свою проблему, пытаюсь ее вовремя приструнивать и держать себя, свое лицо в руках. Поэтому я выбрала, по крайней мере, вот сыворотку. Применяю эту сыворотку под кремы Гардерика, которыми я сейчас пользуюсь, вот, дабы свою проблему убрать. Поэтому еще раз, смотрите, возраст, понятие достаточно абстрактное. Вот, используя из этой коллекции какие-то определенные средства или определенные кремы, вы точно так же можете свою проблему откорректировать или устранить полностью. То же самое можно сказать про крем для области шеи, декольте, да, вот если, скажем, нам там 40 с хвостиком, а у нас уже либо шея плывет, либо иногда очень некрасиво эстетический такой дефект, когда в области декольте у женщин появляется вот целая такая вот, целое собрание, скажем, вертикальных морщин, которые тоже уже, к сожалению, придают нам возраст, поэтому вот выбирайте для себя, пользуйтесь, и вы получите результат. А результат будет гарантированно. Гарантированно он будет после курса применения. Вот на каждой коробочке, на каждой, когда вы почитаете, написано, что минимальный курс 2 месяца. Об этом мы говорили, когда разбирали коллекцию Гардерика, да, что это все-таки минимальный курс, а в зависимости от потребностей вашей кожи, в зависимости от ваших проблем, этот курс можно удлинить и нужно будет удлинить. Поэтому, если вы настроены получить хороший результат, то бишь омолодиться, получить подтянутый овал лица, разгладить морщины, вы должны потрудиться и трудиться каждый день, не покладая рук. Ну а теперь поехали, собственно говоря, о том, что есть. Я уже сказала, что в коллекции 6 на данный момент средств, я думаю, так и будет. Это тоник, это крем дневной для лица, крем ночной, крем для области вокруг глаз, крем для шеи, да, и своя сыворотка «Радикальная мера». Так вот, смотрите, не хватает у нас средства для очищения, не хватает, допустим, скраба, не хватает маски. Вот эти недостающие компоненты вы можете взять абсолютно с любой базовой коллекции Faberlic. То есть то, что вам нравится, то и берете. А вот тоником можете пользоваться уже из этой коллекции. А какая проблема у меня возникла впервые? Вот смотрите, на тонике, к сожалению, сейчас идет наклейка с составом. Да, первоначально этот состав на тонике, вот у меня первый вариант,
Где смотреть? Ну, хорошо, что сайт есть, и можно посмотреть. Ну, в общем-то, честно скажу, первое, что меня добило, лично меня, это аромат. Не хочу ничего сказать плохого. Состав хороший, но вот эта парфюмерная душка, все. Для меня это баста карапузы, все, что хотите. Поэтому хочу донести такую мысль. Подбор косметики – дело сугубо индивидуально. То, что подходит вам, не обязательно подходит мне. Или же то, что подходит мне, не обязательно подходит вам. Поэтому для этого есть вот такие вот саше. Вы, если знаете, что вы аллергик или что-то может быть, возьмите саше и попробуйте, протестируйте эту косметику, не набирая себе вот целый воз, не тратя свои средства, да, вы попробуйте, в том числе, может быть, на аромат. Потому что я знаю, многим девочкам эта коллекция очень нравится по аромату, очень. Вот если мне, скажем, про эликсир Гардерика больше импонирует, то девочкам наоборот, то нет, а это да. Поэтому еще раз, это дело индивидуально, но эта коллекция достойна нашего внимания. А все почему? Потому что абсолютно в любом косметическом средстве, даже в тонике, присутствует великолепный комплекс, который называется «Ренессанс». Ну, дословно слово «ренессанс» – это возрождение. Так вот, эта коллекция помогает нашей коже не то, что преобразиться, возродиться, вот как птица Феникс из пепла. Почему? Потому что вот этот комплекс «Ренессанс» состоит из протеинов пшеницы и четырех пептидов. Пептиды – это, вот, скажем, такие белковые фрагменты, которые состоят из аминокислот. Все мы прекрасно знаем, что дать нашей коже извне какие-то белковые компоненты, протеины большие, то это все равно, что обложить вот кожу там деньгами, и никакого эффекта не будет. Потому что белки достаточно крупные соединения и не попадают в глубину кожи. Так вот, комплекс «Ренессанс» состоит из как раз таки из тех фрагментов белковых, из пептидов, которые способны проникать вглубь кожи. И именно вот этот вот комплекс «Ренессанс» создает у нас внутри кожи так называемую трехмерную структуру. 3D каркас, на который потом в дальнейшем наша кожа естественным путем наращивает свои родные коллаген и эластин. И что потрясающее в этом комплексе, вот почему я бы очень хотела эту коллекцию на себе попробовать и получить результат, а результат будет 100%, потому что благодаря этому комплексу восстанавливаются очень важные родные для нас коллагены. Это коллаген типа 1, он как каркас, как основа. Коллаген типа 3 – это молодой коллаген, который заполняет все наши пустоты. Вот если мы с возрастом из куражины превращаемся, точнее из абрикосины превращаемся в куражину, сморщиваемся, так вот благодаря молодому коллагену у нас обратный процесс. И вот те места, которые у нас стали морщинистыми, они выравниваются изнутри, они как бы заполняются изнутри. И классный эффект. Но что еще немаловажно, что восстанавливается наш родной коллаген типа 7, который называется якорным коллагеном. И вот это тоже чудо из чудес, потому что восстанавливать этот 7-й коллаген научились косметологи и дерматологи относительно недавно. Что делает этот якорный коллаген? Он, собственно говоря, удерживает нашу кожу на месте. Вот, благодаря тому, что количество якорного коллагена снижается, мы плывем. У нас просто под силой гравитации, земного притяжения овал плывает вниз. И подвижность кожи относительно мышц, относительно каких-то ориентиров, или же можно еще как проверить, вот щипковая есть проба у медиков на эластичность, тургор и эластичность. И если вы щипаете свою кожу, и остается у вас такая складочка, или подвижность кожи относительно мягких тканей, ну то есть все это в принципе признаки нехватки коллагена номер 7. Так вот, вот этот комплекс «Ренессанс» восстанавливает все три вида коллагена, три вида коллагена, первый, третий и седьмой. Поэтому по истечении 2 месяцев, а при необходимости чуть дольше, у вас действительно преобразуется овал лица. Мало того, что подтягивается выраженный лифтинг-эффект,
Ну, потрясающе просто. У вас разглаживаются морщинки. И это, ну, не мечтали каждой женщины. Поэтому и коллекция вот называется не только «Ренессанс», а «Интенсивное омоложение», «Интенсивное, мощное восстановление». То есть, в общем-то, на каждом средстве буквально куча эпитетов. И действительно, вот хорошо, замечательно все написали, все расписали. В каждой коробочке есть вот такая вот ознакомительная инструкция об этой коллекции. То есть прописаны активные ингредиенты основные о каждом продукте. Вот. Ну и теперь вкратце. Вкратце, вот еще раз, в каждое средство входит этот комплекс «Ренессанс», который, в свою очередь, усилен «Новофтема». То есть понятно. Дальше. Крем дневной у нас является прекрасной базой под макияж. То есть вы утром наносите на очищенную кожу, через 5-7 минут можете краситься, и ваш макияж будет держаться, как ни в чем не бывало. Вот даже написано, смотрите, минеральная пудра есть, которая позволяет создавать ровный, аккуратный макияж и эффект внутреннего освещения в течение дня. Просто замечательно. Вот что мне еще хотелось, вот как мне хотелось этот дневной крем попытать на себе, потому что здесь используется экстракт камелии, или же иначе написано сансаква, да, японская, которая, вот это растение, ну, издревле ценилась японскими женщинами. Вот если вы почитаете там Нойко Прибоя, да, три возраста Акини-сан, ну, то есть вот эта красота, экзотическая красота гейши, ну, вот одна из страшных тайн японских гейш, это то, что они применяли масло камелии. И оно не только вот супер увлажняющими такими эффектами, да, оно выравнивает тон. Почему ценилась гейша и не выбеляли свое лицо? Потому что вот масло сансаквы великолепно выравнивало тон лица и выравнивает. А у нас в креме вот это драгоценное масло, которое ценилось женщинами-японками. И ценится, и используется великолепно. Кстати, решает и проблемы купероза. И разглаживает, убирает морщинки, ну, то есть потрясающе. Дальше в составе медуолактон, мы уже говорили, что масло, которое замечательно борется с чувствительностью, с воспалением кожи, восстанавливает иммунитет и великолепно залатывает проблемы. Вот, наш Новофтем, вот этот самый комплекс «Ренессанс», просто. Я же говорю, мне очень жалко то, что я не могу. Я реально начинаю задыхаться, и мне, безусловно, жалко. Крем ночной, интенсивное восстановление. И даже подержать вот приятно, очень. А в составе здесь основа масла ши. О нем отдельный ролик буквально у нас вот на днях выходит. Новофтем, вот этот комплекс «Ренессанс», ну, лецитин с холестерином, который восстанавливает нашу защитную оболочку, тоже очень-очень-очень хочется. Кстати, я когда рассказывала про сюрвикот в коллекции Гардерика, я, к сожалению, вас ввела немножечко в обман. Вот этот комплекс сюрвикот в этой коллекции не используется. Здесь достаточно самого комплекса «Ренессанс», но я своим клиентам рекомендую, тем женщинам-консультантам, которые в старшей возрастной группе, чередовать гардерику с вот этой коллекцией, или же делать, как я, пытаться, если вам подойдет по запаху, использовать сыворотку коллекции «Реноваж» под ночной крем Гардерика, для того, чтобы вы еще решили проблему с лифтингом, с подтяжкой лица. Крем для области вокруг глаз. Тоже я пытаюсь его все-таки свою кожу приучить. Почему? Потому что снова очень вкусный, манящий, манкий состав. Во-первых, основа — кунжутное масло. Отдельно сделаю ролик, расскажу, как замечательно это масло ухаживает. Во-вторых, масло органы. Мы о нем делали и говорили. Лецитин с холестерином восстанавливает нашу вот эту вот тонкую, нежнейшую кожу. И комплекс «Ренессанс». Поэтому вот этот крем, он чем хорош для области вокруг глаз? Тем, что он не только восстанавливает кожу, вот в плане увлажненности, да, приятно себя щупать. Он разглаживает гусиные лапки, он подтягивает оплывшее верхнее веко по необходимости. Чуть слабее у него эффект от темных кругов отеков, ну, фактически. Но здесь вот не эта задача, здесь все-таки морщины и все-таки лифтинг подтянуть. То есть крем помогает избавиться и
от поверхностных каких-то дефектов, да, и в то же время проникает достаточно глубоко, чтобы разгладить морщинки, а он проникает. Вот, ну, тоник, ну, тоник надо было в нем, казалось бы, в начале, активная витализация, да, потому что в нем тоже есть этот состав, но вот прохожу я мимо, потому что обиделась я на этот тоник по его запаху, но тем не менее, если он вам подойдет, тонику просто будут у вас доочищать кожу и насыщать кожу вот тем самым комплексом Ренессанс. Ну и отдельно крем для шеи и декольте, область шеи и декольте. Рекомендую все-таки этот крем применять, если есть проблема, утром и вечером. То есть обязательно вытягивать, если мы обрабатываем шею, за ушки доходить, а не так, как мы вот здесь поелозил и забросил. Я бы, честно говоря, еще бы... Если вам не жалко, наносила на область груди. Не трогая только сосок. Объясню почему. Потому что грудь у нас имеет свойство с возрастом, к сожалению, терять свою форму. А вот этот крем, благодаря такому составу, помогает сделать кожу упругой, подтянуть. И, кстати, вот забыла, о чем я сказать. Вот этот комплекс Ренессанс, он более чем на 250%, более чем увеличивает количество коллагена нашего родного. Он также помогает коже стать плотней. Но не надо бояться вот этого слова «уплотняет кожу», если вы прочтете где-то. То есть кожа с возрастом у нас истончается, а вот эта плотность имеется в виду, то, что она будет тургор и эластичность повышена. И более 70% женщин видит результат после применения вот этого комплекса Ренессанс. Поэтому он работает. Вот, ну, все правильно написано. Еще скажу, что в основе этого крема потрясающее масло оливковое. Оливковое и масло ши. Вот такая смесь масел тоже сама по себе очень-очень-очень хороша. Ну и сыворотка, то, что я пытаюсь использовать. Почему сыворотка? Потому что здесь доза вот тех самых пептидов из комплекса Ренессанс повыше, чем в любом другом компоненте. И сыворотка применяется всего лишь навсего по несколько капелек под крем. Хотите ли вы это крем из коллекции Реноваш, но я пытаюсь все-таки под Гардери, куда бы не убить себя запахом. Применяю эту сыворотку, то же самое, но блэше и декольте, то есть туда, куда она